ответ. А, ну, ты пошел. Нам. Сейчас, ну, как ты делаешь, что будет? Потому что унесон спеть именно как это вот медиа. Сейчас сядет, сейчас не надо ничего миксовать, потому что пустой зал, сейчас все это поглотится. А если засвистнет, значит чуть-чуть там будешь уже регулировать. Расскажи нам вот эти про штучки, где чего у нас на всякие пожарные. Может, Саша выпил рюмку? Может. Вот. А может, это дядя Юра стучал не по бочке, а по кастрюле? А может, это ты такая? Ах, нет сил сносить терзания. Андрей, включите нам свет концерта. Чего там? Oh,
Ты петь любишь? Да! Любишь петь? Какую песню ты любишь петь? Я? Виктор, а какую песню ты знаешь? Я Калева. Понятно. А песню какую? Какую? Вспомнишь или забыл? Забыл? А какую ты песню вспомнишь? Ну давай вспомним. Какую? Веселую, да? Букет из белых роз. Вспомнишь, да? Ну давай, скажи. А кто Вову любит? А кто понравилось, как Вова сейчас спел? Тот сейчас громко будет аплодировать новому гению эстраде Владимир, а фамилия? Владимир Михайлович! Владимир Владимирович, как у вас настроение? Настроение хорошее. Встали, но концерт удался. Сергей Сергеевич, ты где-то спрятался. Вытащи. Как настроение? Да.
тобой, Маша. Но я знаю, Рязань, Рязань, любимый Рязань, я знаю, что у нас с вами один маршрут. Это жизнь, это счастье, это стали все нереальные. Скоро будем дома. Спасибо всем. Вот. Пусть будет только хорошо у каждого в жизни, у каждого в душе, у каждого в сердце. А мы споем. Ой, как споем. За ваши удивительные глаза, за ваши улыбки, наш низкий актерский вам, низкий поклон. Спасибо! А что вы подписали все? Вы все уходите? Вы не устали, нет? Хрустальный замок. Я построю вам этот замок. Я подарю вам этот дом на счастье! Наши концерты продолжаются, репортажи тоже. До встречи. Я очень вас люблю. Спасибо. Я тебя из хрусталя построю завод. Они должны помощи рук. Если вы дотронетесь до кого-то руками, вы дисквалифицированы.
Хоакин Освальд. Прижми свои кокосики к моей. А, мои кокосики. Теперь тихонько наверх. Распоряжение, не бойтесь. Я не могу захотеть. Вот так. Мне все нравится. Правда? Тебе следует? Нет. Давай, вот это вот. Я вас очень-очень жив представляю. Ну, отлично, брат. Сколько лет уже? Все.